Kimitsio te tsetora, Kimitsio te tsetora, Udevaradonai Mierushalayim, Baruch Shenatan Torah Torah, Baruch Shenatan Torah Torah, Le'amo Israel, Bekdushato. Господь говорит: остановитесь и познайте, что я Господь. Иногда в нашей суете мы, знаете, находимся, кажется, на одном месте, но мыслями мы где-то очень далеко. И Бог хочет, чтобы мы обратили внимание на Него, потому что Он дает Слово, Он дает нам свою Тору, Он дает нам свою радость, Он дает нам все необходимое для жизни и благочестия. Поэтому давайте мы поблагодарим Его за Слово, которое Он нам дал. Барух ата Адонай Элогейну Мелех Аолам, Ашер Бахарбану Миколь Аамим, Ванатан Лану Эт Торато. Барух ата Адонай Нотен ха-Тора. Благословен Ты, Господь Бог, Царь Вселенной, избравший нас из среды всех народов и даровавший нам свое слово, свою Тору. Спасибо Тебе, автор Торы, который пришел во плоти и который подарил нам истинное спасение в самом себе. Иешуа, Царь Израиля. Амен. Итак, недельный раздел Торы – это 44-й раздел. И самое важное, что мы начинаем новую книгу. Это уже продолжение, это пятая книга Торы. Да, и она называется как? Второзаконие или Дворим. И эта глава и называется Дворим. Дворим, ну если так поиграть словами, можно сказать Дворим. Вот что читаем Дворим и Творим. Вы знаете, что наш Бог Творец. И мы иногда так творим, что Господь просто улыбается и говорит: дети мои, дети. Хорошо. Первое вообще название Торы, вы знаете, да, недельные главы Торы, они начинаются с чего? Первое значимое слово главы. И первое значимое слово главы – «Элехэ дворим» – «Вот слова». И содержит стихи с первого главы, первый стих, по третью главу, 22 стих. Очень важно посмотреть вообще в свете, книгу в свете исторической перспективы. Прошло 40 лет. 40 лет прошло с того момента, когда народ рабов возопиял к небу, даже каких 40? Прошло больше, прошло уже практически 120 лет, потому что вы помните, вначале народ возопиял, потом Господь послал Моисея, потом Моше, он попытался провести реформу в Египте, так провел, что пришлось убежать в пустыню, еще 40 лет прожить там, 80, и потом Господь его посылает вывести народ Израиля из Египта, и 40 лет странствий по Египту, 120 лет. Прошло 120 лет с начала книги «Исход», когда народ возопиял к Богу, и Господь услышал. И вот они стоят, и Моисей, Моше, он говорит к народу. И если мы прочитаем первую главу, мы увидим, что он повторяет то, что уже было. Он не говорит что-то новое, какие-то новые откровения. Он говорит: вот знаете, сегодня открою вам тайну. Он продолжает рассказывать то, что уже происходило раньше. Он напоминает народу о том, что было когда-то. Он рассказывает, как народ был непослушен. Он рассказывает, как Бог дал повеление захватить землю Ханаан, но народ сказал: не пойдем. Послали, помните, 12 соглядатаев, они пришли. И потом, чем это закончилось? Бог говорит через Моше и напоминает важные вещи. И если мы посмотрим, что Бог подарил нам очень важный такой момент, называется память. И память – это способность мозга хранить и восстанавливать информацию, полученную прежде. Но вы знаете, что людям свойственно что? Забывать. И Писание говорит, пророк Ишаягу говорит в 44 главе 21 стих: «Помни это, Яков и Израиль, ибо ты раб мой, я образовал тебя». Раб мой ты, Израиль, не забывай меня. И если мы увидим вообще через всю книгу Дворим, Второзаконие, проходит вот этот принцип: помни, помни. Каждый день, когда евреи читают Шма, каждый день, когда еврей стоит перед Господом в молитве и говорит «Шма Исраэль, Адонай Элохейну, Адонай Эхад», он вспоминает и следующий отрывок.
Второзаконие, да, Дворим, 6 глава, 6-9 стих. «И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем и в душе твоей, и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая, и навяжи их знак на руку твою, и да будут они повязку над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих». Так много. Бог говорит: помни, напиши, напоминай, говори. Помните, да, если Песах, расскажи сыну. И в книге Второзакония мы видим вот этот момент. Помни, что ты был рабом, помни, кто твой Господь, помни, помни, помни. И вы знаете, мой комментарий сегодня именно будет основан на слове «помни». Потому что мы забываем, помнить, забываем благодеяние Господне. Он говорит: не забывай благодеяние Его, да, моих, Господь говорит. Вспомни, откуда ты не спал. И покайся, вспомни, память, вспомни. Очень часто мы забываем. И если мы посмотрим на историю, я не зря начал с книги «Исход». Если мы увидим, сколько сделал Господь, то можно просто, ну, действительно прославить Его. Он пришел в Египет, Он вывел народ из рабства. Мы смотрим дальше. Произошло невозможное. Черное море распахнуло свои, ну, распахнулось, и они прошли по воде, как по суху. Помните? Мана небесная, не надо заботиться ни о чем, Бог заботится. Постоянно Бог доказывает народу, что Он Бог, что Он любящий, что Он великий. А какая реакция? Помните реакцию народа? Я вам прочитаю. Я вам прочитаю. «Не страшитесь, он говорит, но вы не хотели идти, и воспротивились, и по велению Господа Бога вашего, и роптали в шатрах ваших, и говорили: Господь по ненависти к нам вывел нас из земли египетской, чтобы отдать нас в руки амореев и истребить нас. Куда мы пойдем? Братья наши расслабили сердца наши, говоря: народ тут более многочисленнее и выше нас. Города там больше и с укреплением до небес». Послушайте. Бог говорит: помни, что я сделал для вас. А народ забывает. Скажите честно, вот знаете, можно говорить в собрании, перед людьми, перед братьями, там, перед друг другом, красивые слова. Но когда мы честны перед Богом, всегда ли мы помним те благодеяния, которые Он сделал для нас? И Моисей, Моше в начале главы Дворим, уже прошло 120 лет с момента, когда Израиль возопиял к Богу, стоит и напоминает народу о том, что делал и будет делать Господь. Вы понимаете, эти слова иногда говорят: что ж ты такое, забывая заднее, простираемся вперед. Нам нужно помнить. Нам нужно помнить и благодеяние, и нам нужно помнить то, что мы делали неправильно. Для чего? Чтобы вновь не попасть в эти же силки, чтобы вновь не попасть в эти, ну, вот именно в эти обстоятельства. Обстоятельства бывают разные. Бывают трудности, бывают сложности, бывают, когда нам действительно враг ополчился против нас. И в этой главе рассказывается история, также он напоминает, что цари, которые, к которым они приходили с миром, они шли войной, но Бог давал победу. И опять ропот. И опять на Господа, как Он мог, как Он, что это такое, Он что нас вывел умереть. Мы помним Египте, как было вкусно. Мы помним лук и чеснок. И ты смотришь на эту человеческую натуру, на испорченную человеческую натуру, и видишь в зеркале самого себя. Я смотрю и понимаю, сколько сделал Бог в моей жизни, сколько Бог изменил для меня. Но так часто я прихожу и говорю: Бог, а почему нету чеснока? Вот не хватает мне чеснока. Вот когда был без Бога, легче жилось, а сейчас тяжело. Раньше пошел, украл, выпил, ну, забылся. Кто-то в тюрьму. Опять ушел, вышел. А сейчас нет. Он говорит: будьте святы, как я свят. Он говорит: вспомни, что я сделал для тебя возле горы. Ты вспомнишь, как враги ополчились против тебя, и что ты сделал? Ты победил. Почему? Потому что я шел впереди. Войско фараона, которое догоняло тебя и готово было уничтожить, оно было просто исчезло, потому что я провел тебя через обстоятельства. И Писание говорит: пойду долиной смертной тени, и что? И я рядом с тобой. Помните, помните, помни. И Бог говорит через Моше: помни, помни, помни,
помни. Книга Второзакония — это как бы напоминание о том, что было. Утверждение, знаете, чтобы утвердиться в том, что мы уже знаем, нужно повторение. Повторение, как говорят, есть поговорка, да, мать учения. Повторение, вспомни, не забывай, будь благодарен, научись быть благодарным Богу. Знаете, если мы посмотрим дальше, Бог обетовал Израилю землю. И Он сказал ему что? Иди и возьми ее. И очень часто мы ждем, что Бог даст нам, знаете, вот так, на блюдечке с золотой каемочкой. Бог дал землю Израилю, но что Израилю надо было сделать с этой землей? Завоевать ее. Божья благодать, она имеет цену. И эта цена – наше послушание Богу, послушание Его воли. Это очень просто и очень тяжело, потому что в наших желаниях, чтобы было вот так – и все. Знаете, как в сказке. Хочу дворец, и у меня дворец. И живу себе, и не ведаю, что вот и все. А Бог говорит, нет. Земля, она течет молоком и медом, но ее надо обрабатывать. Хочешь иметь долгую жизнь? Почитай отца и мать. Хочешь, чтобы дети твои выросли и почитали тебя? Научи их заповедям моим. Вспомни, откуда ты был взят, кем ты был, и кто я для тебя. Это условие. Это условие благодати. А я помогу тебе. Я укреплю тебя. Будешь идти в пустыне, и что там будут? Источники воды живой. Будешь сажать, ты будешь сажать урожай, и я буду заботиться о нем. Ты будешь строить, и мои руки будут поддерживать тебя. Помни об этом. И Писание говорит в книгах Брит Хадаша, если вы помните, в книге Нового Завета, когда Иешуа говорил своим ученикам, что надлежит ему идти куда? В Иерусалим, чтобы пострадать там от старейшин и от, скажем, лидеров нации. И что он должен быть распятым и вознесенным на крест, помните, да? На стойку казни. Что ему Петр говорит? Да вино тебе чаша сия. Но что говорит Господь? Отойди от меня. Ибо желаешь того, что желаешь человеческого, но не то, что Божье. И вот Моисей в этой главе в Дворим, потому что там много еще там разбирается, там он и рассказывал истории, потом как они победили, как они завоевали часть земли. Но сама идея, мы должны помнить и не забывать, помнить и быть благодарны за то, что происходило. И Моисей очень просто говорит. Он говорит, не Моисей уже, а Ребе Шауль, апостол Павел, он говорит, все, что происходило с этими людьми, это как образы для нас, живущих в это время, чтобы мы не были какими? Такими, как они, похотливыми на злые деяния, чтобы мы искали Божью волю, чтобы мы искали лицо Его. И я... Вот, знаете, всегда вот хотел думать, всегда в комментариях какую-то дают иллюстрацию или, ну, рассказывают какую-то историю. И вдруг, знаете, я понял для себя, что я хочу поделиться с вами именно этой историей, своей историей. У меня была мечта. Я не буду говорить, что это за мечта, но у меня была мечта. И я мечтал, я представлял себе, как это все будет, как это, как хорошо. Но, и знаете, что самое интересное, Бог ее исполнил. Прошли годы, и в один прекрасный момент я понял, что Бог исполнил мою мечту. В один прекрасный момент я понял, что Бог ответил на то, что я просил. И когда я это понял, я понял другой момент. У Бога была мечта для меня, Его мечта. Но так как я был слишком капризен для Него, знаете, как маленький ребенок, хочу конфету, а Бог торт приготовил, папа тортик приготовил. Но я так кричал конфету, что он решил, вот тебе конфета, только успокойся, дорогой. У Бога есть мечта для тебя. И я понял, что наступило время, когда Бог хочет, чтобы его мечта обо мне исполнилась. А то, что хочет Бог, то, что Бог хотел, что? Землю обетованную. Бог хотел, чтобы народ стал народом священников, народом для всех, царством священников для всех народов. Он хотел, чтобы слово его распространилось по всем концам земли. Но Израиль еще помнил Египет, Израиль еще помнил чеснок. И надо было время, чтобы изменить мышление, чтобы народ помнил, что народ не забывал. Это хорошее время сегодня нам
вспомнить о том, что сделал Господь для нас. И читая книги Торы, читая, разбирая главы Торы, смотрите сквозь призму времени на сегодня. Смотрите, как Бог хотел бы, что Он говорит вам сегодня, для того, чтобы изменить это время, чтобы будущее изменилось. Поэтому давайте мы благословим нашего Господа и завершим комментарий молитвой. Авину Шибаши Моим, Отец Небесный, мы благодарим Тебя за то, что Ты дал нам память. Спасибо Тебе за нашу эту возможность не забывать Твоих благодеяний. Спасибо Тебе за эту возможность хранить, Господь, и быть благодарным Тебе за все, что Ты сделал для нас. Я прошу Тебя за каждого брата и за каждую сестру, за наших дорогих, Боже, братьев в Израиле и в других странах, во имя Иешуа. Дай нам помнить и быть благодарными Тебе за ту жертву, которую Ты произвел на Голгофе во имя Иешуа. Спасибо Тебе, дорогой Господь. Аминь.